Последний поклон. Масштабный международный культурный проект под таким названием проходит в эти дни в Красноярске. Накануне в Театре оперы и балета прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный нашему земляку Виктору Астафьеву. Концерт прошел в необычном формате. Со сцены звучали любимые музыкальные произведения Виктора Петровича, которые сопровождал фильм о писателе. А его прозу прочел народный артист России Сергей Гармаш. И смотрит на него мир усталыми, все понимающими глазами умного, сердечного человека. Своей музыкой он слепил в людях зло, неуживчивость, зависть, тьму душевную, а высветил то, ради чего их рождали и растили матери с отцами, самое доброе, самое лучшее, что есть или было в каждом человеке. Вечера памяти Астафьева в Театре оперы и балета проходит в рамках международной программы «Перекресток культур». Поэтому на сцене выступают не только красноярские артисты, но и приглашенные гости проекта из Москвы, Узбекистана и Кореи. Сегодня вечером интернациональный состав артистов представит зрителям 6 хореографических миниатюр по произведениям сибирского писателя. А Сергей Гармаш снова прочтет отрывки из его книг. «Дружба» это называется. Я так считаю. Ну, хотел бы вот почаще был таких концертов, таких больших мероприятий. И хочу, что вот когда после концерта, уже когда приезжаю в Ташкент обратно, вот я найду книжку какую-нибудь вот Астафьевскую и буду читать. Он писал об обычных людях, таких людях, как мы. О сибиряках, и не только о сибиряках, и также о Великой Отечественной войне очень было много написано. Именно то он нес правду. Нес правду, чтобы люди знали именно правду, не скрывая никаких тонкостей, и это всем интересно.